Всем привет! Я рада вас видеть на своем канале. И сегодня мы в этом видео распакуем мой новенький MacBook Air на процессоре M1. Прежде чем мы начнем, не забывайте ставить лайки и, конечно же, подписываться на канал. Я выбрала MacBook вот в таком красивом золотом цвете. Очень его хотела. Открываем коробочку вместе с вами. И та-дам! Вот она наша красота! Какая, боже мой! Он просто идеальный. Если честно, даже очень страшно брать его в руки, тем более, что сейчас я все делаю одной рукой. Вау, это просто что-то нереальное. Он очень красивый. Так, ну еще у нас здесь в комплекте идет зарядка. Здесь у нас инструкция, скорее всего. Ну и, короче, непосредственно сам блок питания. Я, кстати, видела на YouTube, что вот эта штучка здесь снимается и меняется. Да, здесь инструкции. И там должны быть наклеечки. Сейчас вам покажу наклеечки. Да, здесь наклеечки в цвет ноутбука. Короче, это просто офигенно. Я не верю вообще. Я не хочу его трогать. Он просто бомбический, он нереально красивый, это... все, я умер. Говорят, короче, что он моментально включается, когда ты его открываешь. Разговаривай! Но здесь очень удобно, кстати, переключать язык клавиатуры, то есть просто сюда нажимаешь, и все. Боже, как приятно нажимаются клавиши. Все, я уже, в принципе, настроила MacBook. Боже, боже, как непривычно. Safari. Короче, я пока еще, конечно, не сильно понимаю, как им пользоваться. Мне после Windows очень неудобно. Но я думаю, что я скоро освоюсь. Мамочки. А теперь еще раз. Блин, что, знаете, самое классное, когда ты открываешь крышку, не подпрыгивает вот эта нижняя крышка. То есть верхняя крышка настолько легкая, что она не тянет за собой нижнюю. Я не верю, что я держу его в руках. Он очень красивый, очень стильный, очень-очень просто вообще идеальный. Я не знаю, как вам его еще показать. Повертеть, тут покрутить. Вот, короче. Такая вот красота. Теперь я буду на нем работать. Еще хотела именно такой, и, в принципе, цена на него получилась вполне себе доступная. Покупала, кстати, исключительно для работы. У меня MacBook Air 2020 года на процессоре M1 с минимальной комплектацией памяти. Что там? Сейчас скажу. 8 гигабайт и 256 SSD. Теперь буду монтировать на нем свои влоги для YouTube. Честно, пока что я не осознаю все свои эмоции от приобретения нового ноутбука. Наверное, потому что я еще не поняла, как им пользоваться до конца. У меня никогда до этого MacBook'а не было. Я всю жизнь использовала компьютеры на Windows. Но мой уже был достаточно стареньким. Ему уже было лет 6. Он пережил со мной просто и залитие клавиатур, и годы учебы в университете. Поэтому он же просто работал на последнем дыхании. Я на нем могла писать только текст в Word'е. И если нужно было прогрузить какие-то фильмы, либо что-то смонтировать, это вообще просто нереально. Монтаж, все, до свидания. У меня через раз грузились фильмы, постоянно вылазили какие-то ошибки. Я те деньги, которые получила за продажу старого ноутбука, вложила в этот, ну еще, конечно же, добавила. Конечно же, добавила. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам оно понравилось и вам было интересно посмотреть мою распаковочку, узнать, почему я решила вообще поменять свой ноутбук, для каких целей его взяла, обязательно поставьте лайк под этим видео и напишите какой-нибудь комментарий. Переходите, подписывайтесь, я буду только рада. Спасибо вам большое за просмотр.